Надо пробовать, а надо убивать. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Я трусы. И будешь говорить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. СС на переход к кому? Да будет так! Окей. Забери моего СО. На мне. Блин, он не сидит, чему? Я не знаю, кто это сделал. Блин, ну у меня, короче, муж приехал, мне надо срочно отойти. Я прицепилась. 71 на край. Так, вынеси. Все на край. Каплю. Кёрс, снимай сцепление. Кристина Шара. Хил за хил за хил. Зубы. Нет еще. Один на мана будет? Пою. Ревностные. Забери с меня, жрёт. Сейчас заберу, я бегу. Да, спасибо. Иду в центр, он костнул.
Сама звезду встань. Лужа. Да, на маге. На первых. Звездочку встаньте. Я в трусах. Беги! В другую сторону лети. Тебе в звездочку встали. После Вальки сова. Разошлись. Я просто не понял. Сахар бери. Я проморожу вас насквозь. И вы рассветитесь на ледяный ясно. Я малого ловлю. Там мой сос. Поставил. Сейчас не флудите. Гимну на ману откатили. Когда на ману, мучус. Альты. КД на первом давал. Води. Все. Сакрака. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби, иначе вы и я будете навек пробущены этим проклятым клинком. Иннер и Хелам раздать. Убежали от духа. На парку. Сейчас.
пришли, чтобы вершить суд над нами? Чтобы уничтожить короля Лича? Мы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек пропущены этим проклятым клинком. Сквернение. За хил пропала. Вот сейчас надо маны. Дам Гимчес. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить. Сколько КД на тотем? Не должны оказаться во власти ледяной скорби. Там 4% осталось в Лича. Будете навек пропущены этим проклятым клинком. Нет. Что нет? Что нет? До пипы. Нет, в этот раз не дам. Вот я и говорю нет. Мне вчера дал, было 2 часа 10 минут. Сгорели в пламени вашей ярости. Кролька чуть нас не вайпнул. Верит, спалил, да? Что ты? Что ты за дротка? Кролька там шпилит, сидит, кнопки херачит. РК кричат, кролька, блядь. Зубы. Ну, заходит, смотри, ты такой. Так она малого посадила, что там одна кнопка щиток кинать. Показал, какую кнопку жать, и все. Ты к единичку, сынок, да? Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Потом научит воя дохилить. Будет забирать, блядь. Тапки, багрусь. Смотри, как я... Так. Пучину хаоса. Значит, сейчас раз, 25 гир. Пока да. Она либо соберется, охуенная. Она не соберется вообще. Надо. По-любому. Так как сейчас, если без КД людей будет больше, чем с КД, то придется с нуля собирать. Не, сначала убьем по КД. Ну, это зависит от меня. Кто был по металлам? Не помню. Разбить эти окопы. А шаманами кто был?
Чё, Слади, какая разница? Просто примут КД и всё, круто без КД. Будет одна РС, а потом в воскресенье придет, тоже нихуя не соберётся. Блять. Придут то без КД, кто вчера не ходил. Какая разница, у них там по 3 перса, по 4, не в другие лучше пойдут. Я посмотрю. Я не буду 6К брать, все 6.5 заходите сразу. Я вам сказал. Мне 6.5 только кот. Ой, друид, хили и все. Больше у меня 6.5. Я там читал, у вас там топовый на пол был, да? Да. Можем усилить просто состав и по КД добить. Мы его не усилим, мы просто вместо двух хантов, одного роги и одной слабой силы возьмем сильных. Двух хантов, одного сильного рога и одну сильную силу. Нам нужен ралли. У него это хан. При том, что я шака, да, на пятом месте. Да, нормально. Нет, это с этого. С Халеон, наверное, все это то, что. Нормальный ничего. Рога это этот Нурексис. Кто это такой? Кто это такой? Это Валера, уничтожатор вроде, да? Да. Это рога. Ну еще. Первый раз слышу. Да. Глориер, блядь. Ой, кому-то повезло, как кому-то ханту. Ролим Глору. Сука, лаз шмотка на ДК, блядь. А ты что, ДК? Нет, Павла. В том-то и дело. Ого. Давай, это я случайно. Короче, скажите, кем зайти в РС, я отошла. Я арбалет никому не нужен. Слушайте, давайте козла отпущения в гильдии заведем. Короче, все будут троллить, а ГП за всех. Ну, за то, что они забирают вещи. Да, да, на козла этого будем хуярить. Вот классно будет. Бьорн предложил, предлагаю на него. А у меня два Бьорна. У меня есть Бьорн. Харзул роль. Так что можно на 60 его ТП давать немерено. А вот токен не забирал сегодня? Нет, я забрал. Коня ролим. Рога. Портал не сдал рано, уже портал нужен. А мои по только фибрилляция заходит, не то больше. Три ПР, пацан с Глорой, с печеньками, со всех у них. Да, а дай ему арбалет, ты чё? Куда ты его девать ты будешь? У меня арбалет не геройский нихуя. Да? А чё ты да. Пишешь? Тебе надо арбалет в арбалет? Ты чё, хочешь, чтобы я его продал, что ли? Так подойди ко мне, где ты? Ну ты кадр. Все только тебе надо, ты это сам. Куда ты делся? На дворе. Так, что там получается? 468. А сколько за лича, если давать? Сколько ИП? 2500. Только за лича? Просто за лича 500. 700 давай. Сейчас я дам. Там за КД еще. Керзу, да? Где он? Ливнул спать. Так, что можно начитать, да? Так что, ему 500 давать? 700. Что вы криминала обидели? Какого криминала?
Он в гильдии пишет обида. Пойду повешусь так. Да просто вон забрал здесь у нас вар и глору, и арбалет, короче, в соло. Да, и криминалу типа надо было и то в соло. Ну просто, да, чё. Ну вообще одна пуха с лича, да. Ну она бы просто распылилась тогда. Он вообще единственный, кто ролил. Если бы два человека ролило, то один бы одно взял, другой бы другое. А тут да, просто... Типа вот... не было, что ли, в рейде или что? Нет, вот именно. Стою я как-то с ралли на этом ОС с Артарио. Короче, мини-боссы прилетают, я с них шкуру вообще не дамажу, шкуры только снимаю, а все по лаве катаются, короче, с Артарио.